обучение по специальности «Таможенное дело» в Северо-Западном институте управления президентской академии открывает перед абитуриентами возможности получения необходимых компетенций для их применения в таможенных органах России и в сфере внешней торговли. Это уже стало реальностью для 500 выпускников института 2009-2014 годов и для почти 400 студентов всех курсов и форм обучения, овладевающих этой специальностью. В аудиториях и лабораториях факультета экономики и финансов со студентами работают опытные преподаватели и наставники. Как и директор института, генерал-полковник таможенной службы Владимир Шамахов, многие из них были связаны со службой в таможенных органах России или являются сотрудниками таможен Северо-Западного таможенного управления в Санкт-Петербурге. Кафедру таможенного дела и управления рисками с 2013 года возглавляет генерал-майор таможенной службы Сергей Чижиков. Изучение 33 профильных дисциплин по основной образовательной программе «Таможенное дело» сочетается с прохождением студентами практики в таможенных органах и в организациях участников внешнеэкономической деятельности. Яркими по форме и глубокими по содержанию событиями в период обучения являются выезды студентов в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации и на таможенно-логистические терминалы, встречи с таможенниками и специалистами таможенного дела. Неизменный интерес у всех студентов вызывают показательные выступления на территории института сотрудников СОБРа и специалистов-кинологов Северо-Западной оперативной таможни. На стрелке Васильевского острова, где зарождалась таможенная служба в Санкт-Петербурге, первокурсники приобщаются к ее традициям и получают ориентиры от ведущих профессионалов таможенного дела. В отделе редких книг научной библиотеки института находится артефакт «Таможенный устав царя и великого князя Алексея Михайловича» в издании 1768 года и ряд других старых изданий по таможенному регулированию в России. В период обучения студенты-таможенники принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде по таможенному делу и в конференциях различного уровня. Так, на 8-й ежегодной конференции ПИКАР-2013, проходящей под эгидой Всемирной таможенной организации, они смогли познакомиться с международными подходами к осуществлению партнерства в сфере академических исследований и развития таможенного дела. Большую пользу для формирования необходимых качеств специалистов по таможенному делу и в сфере внешнеторговой деятельности приносят открытые лекции и выступления известных экспертов таможенной службы, таких как почетный доктор института Айвар Скрастинш, руководивший таможенной службой Латвии, а в настоящее время директор института международного бизнеса и таможни Рижского технического университета, доктор экономических наук. С 2013 года проводится ежегодная межвузовская открытая студенческая конференция «Как стать востребованным специалистом в сфере таможенного дела ИВЭТ» с участием выпускников и партнеров вуза. Студентов, которые успешно завершили программу обучения и проявили лучшие деловые качества, всегда ждут и в таможенных органах, и в бизнес-структурах северо-западного региона. Для этого надо выбрать специальность «Таможенное дело» в Северо-Западном институте управления президентской академии и открыть зеленый коридор границы для интересного настоящего и перспективного будущего.